главное, вот как бы, перестаньте тревожиться. Вы хорошие родители. Вы все сделаете правильно. Просто не пугайтесь. Ребенок – это не сверхзадача. Ребенок – это ваша часть вашего тела, которая с вами растет. Да, вот личные страхи, конечно, страхи тревоги, их тут много, и они... Никогда не руководствуйтесь страхами, когда вы воспитываете ребенка. Угу. Никогда. Вы должны продемонстрировать полное спокойствие. Ну, то есть, вообще нет проблем. Угу. Ситуация, действуем так-то и так-то. Все. Неважно, он там упадет на улице, понимаете, получится сотрясение мозга. Вот. Ну, вы как будете действовать? Когда он упадет на улицу? Да. И сотрясение мозга? Да. Или просто упадет на улицу? Нет, сотрясение мозга. Звоните в скорую. Вы будете находиться в панике. И вот это то, чего нельзя допускать. Никогда нельзя допускать ребенку, чтобы он видел, потому что вы всегда будете снизу в состоянии паники.